Добрый день. Интернет-магазин «Бильярд Маг». Представляем вашему вниманию видеообзор бильярдного кия «Тюльпан Черный Граб» мастерской Николаенко. Видеообзор подготовлен мной, Богданом. Значит, рассмотрим кий «Тюльпан». Сразу заранее нужно отметить, что на этом кие используется длинный запил, более длинный, чем стандартный. Для сравнения чуть позже рассмотрим и сравним с обычным стандартным тюльпаном. Значит, раскладка на шафте кия выглядит вот так. Здесь мы видим на шафте 1, 2, ну, 2, скажем так, чистых запила, которые вот четко видны. Ну и плюс, конечно, пересекающиеся запилы вот здесь. Вот здесь. В целом он выглядит вот так. Заполненность шафта где-то процентов, ну, запилами заполнен шафт где-то процентов, наверное, почти на 50. Вот так это выглядит. Вот общий поближе вид шафта. Как всегда, фирменное покрытие Николаенко, такое черное, матовое, сделанная на основе пчелиного воска и скипидара. Немножко специфический запах, пахнет скипидаром кий. Покрытие приятное, очень тонкое, хорошо скользит по руке. Ну, покрытие в целом очень, очень неплохое. Единственное, требует постоянного ухода, потому что изнашивается, ну, в сравнении с синтетическими покрытиями, изнашивается быстрее. Значит, вот наклейка. Наклейка установлена на фибру. Наклейка установлена, самая обычная, Триангел. Скрутка на кие сделана вот так. То есть здесь мы видим скрытую резьбу. Резьба скрыта внутри шафта. То есть резьба нарезана вот здесь выше, внутри. На торцах эбонитовые кольца из эбонита черной. Здесь такая небольшая полоска сделана металлическая. И затем полоса сделана из падука. Далее по турняку. Турняк, ну, самое, наверное, красивое в турняке в плане дополнительных инкрустаций. Это вот такое бронзовое кольцо внизу. Далее, ну или начнем снизу, это резиновый бампер, затем вот такое кольцо из белого такого прочного пластика, потом кольцо из падука тонкое, потом латунное кольцо с вот такое рельефное, с резьбой абстрактной, и здесь нанесена буква М. И затем еще дополнительно установлен логотип с буквой М. Ну, это тоже такая инкрустация небольшая. Это осталось еще со старых моделей. И так давно уже Николаенко устанавливает здесь букву М. Значит, ну, чистота граба отличная. Граб равномерно черный. Нет никаких просветов, пробелов, косослоев. Отлично. Граб подобран отлично. Значит, и вот так запилы выглядят на турнике кия. Как правило, большинство производителей на тюльпаны разносят часть наборки делают в нижней части, а часть наборки делают вот здесь, в верхней части. Ну, у Николаенко сделана сплошная наборка вот так вот от скрутки к середине турняка. Ну, мне кажется, это даже выглядит чуть более удачно, чем разбитые на две части наборки. Значит, вот наборка на турнике. Вот так она выглядит. Значит, по скрутке здесь вторая часть скрутки. Здесь сделана, ну, из латуни сделана такая шейка для дополнительной фиксации при скручивании. Затем бандажное кольцо из эбонита. Кольцо из падука, плюс под эбонитом тонкое кольцо металлическое, бронзовое, и затем кольцо из падука. Значит, запил очень длинный. Здесь на турнике мы видим, ну, ярко выраженные 1, 2, 3 запила.
Ну, я так условно считаю, потому что на тюльпане очень сложно все абсолютно переклейки вот эти сосчитать. Это довольно сложно. Значит, вот так выглядит турняк кия. По поводу... Ну, в целом, в любом случае, можно охарактеризовать кий как очень хороший. По игровым характеристикам плотность достаточно хорошая. Ну, в целом, этот, конкретно этот кий я пробовал. Его вот заказали, я попробовал. Хороший кий однозначно, мне понравился. Единственное, конечно, я бы поменял наклейку, вот стандартный трианжел, просто трианжел мне не нравится, поэтому я бы поменял на какую-то многослойную. Так, если для себя. Вот в целом выглядит кий вот так. По поводу длины запила, для того, чтобы было с чем сравнивать, вот у меня есть другой кий, другого производителя, со стандартными запилами. Значит, здесь вот обычный запил тюльпан. Ну, стандартный, который, в принципе, применяет большинство производителей. Значит, вот для наглядности можно их приложить. И видно, что, ну, во-первых, степень заполненности. Значит, вот внизу у нас вот это кий Николаенко, а вот это кий другого производителя. Значит, как вы видите на видео, ну, степень заполненности довольно сильно отличается. То есть у Николаенко заполненность, ну, 50, может, не 50%, не совсем корректно сказал, ну, наверное, процентов 45 точно. 40 будем говорить. Вот на вот этом кие, на вот этом тюльпане Венге, как вы видите, заполненность около 30%. Ну и, конечно, количество запилов, ну, практически тоже. Немножко они отличаются за счет вот этой самой длины запила. Отличия, конечно, есть. Значит, вот я ближе покажу. Это вот я вращаю кий Николаенко. Видите, ну, на глаз значительно длиннее запила. А вот стандартный запил тюльпан. Ну, конечно, в сравнении, если сравнивать, то, конечно, длинный запил выглядит гораздо интересней, сложнее, интересней. Ну, в целом, конечно, превосходит, по крайней мере, эстетически 100% превосходит обычный классический тюльпан. Ну, обычный тюльпан, который применяют большинство производителей. В остальном, еще что стоит отметить, конечно, длинные запилы все-таки лучше, чем короткие по игровым характеристикам. Однозначно, кии играют чуть лучше, чем кии с вот обычными короткими запилами. Ну, большая часть производителей уже, в принципе, ну, почти все уже делают более длинные запилы. У нас уже глаз так, ну, просто длинные запилы уже примелькались, но если сравнить с киями, там, которые производились лет 5-7 назад, то, конечно, эти запилы, все запилы стали однозначно длиннее, это общая тенденция, и все стремятся к удлинению запила, все стремятся сделать запил длиннее и тоньше. Тоньше вот в этой плоскости, вот на углах. Стараются запил сделать тоньше. В целом, это все о этом кие. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, лучше позвоните, задайте. Может, вас интересуют какие-то более тонкие характеристики кия. Может, вы хотите внести какие-то изменения в кий, сделать заказной или просто спросить какие-то, ну, общие, задать вопросы. Мы всегда на связи. Звоните или заходите в социальные сети. Там тоже мы всегда на связи. И можете также воспользоваться услугой обратного звонка, не забывайте, это есть на сайте, это особенно удобно, если вы с другой стороны, мы вам оперативно перезвоним и проконсультируем. Это был видеообзор кия Николаенко «Черный граб тюльпан». Спасибо за внимание. Интернет-магазин billiardmag.com. Всего доброго, до свидания.